Да ладно! Я бипнул ТХВ! Чего? Да. Что? Я только сел и... А, бля... Офигеть! Я этого не ожидал! Я этого вообще не ожидал. Как? Я не верю. Меня сейчас трясет. Это было настолько неожиданно, у меня даже волнения не было, когда я до 80 дошел. Было, но небольшое. Чего? Я не верю. Офигеть. Это закончилось, сука. Офигеть. Сейчас. Сейчас, блядь, это пиздец. Что? Я это в Дискорд сейчас скину. Я не знаю, что сейчас будет. Когда я это сейчас в ЛХП скину. Так, сейчас. Я сейчас такой смотрю на этот моник, и я не верю, то, что это... Что я это сделал? Окей, все, в ЛХП скинул. Калькулятор. Секундочку. Так, минус 420, минус 420, объясняю почему. Я 3 месяца назад сделал практику по фану на стриме, она мне вообще ничего не дала. Так что эти упытки можно вычесть. Так, 5477, минус 420. Блин, не то написал. Плюс. Как я его прошел? Я финкор не смог пройти, вот это как? Офигеть. 670. Тысячи. Я, кстати, сегодня еще 38-100 сделал. Офигеть, это просто невероятно. 09 507. За 500 попыток всего трижды. 4715.
Ой, не так написал. Так, я там правильно посчитал сейчас. Да, все. Так. 815. Офигеть. Я не сдох в самом конце. Для меня это достижение. Я найдался 6 раз сдох на последнем самолете. Я знаю, то, что конфликт здесь легкая, но я безумно рад, что я там не сдох. Ладно, окей, итог. Так, блин, случайно закрыл. 27 707 попыток. В 30к уложился. Офигеть, я думал, у меня попыток намного больше. Это закончилось. Это закончилось. Офигеть. Я хочу сказать спасибо всем, кто был на стримах. Я хочу сказать отдельное спасибо Венгеру за то, что он мне посоветовал этот демон. Ну, потому что если бы он мне его не посоветовал, я бы сейчас вряд ли его проходил. Тем более, ну, понятно. Блин, жалко, это было не на стриме, потому что у меня сейчас нет, был говно, я пытался сегодня запустить его. Ах, капец. Фух. Наконец-то.